What's up, guys? С вами английский для геймеров и я, Таня. Сегодня мы с вами выучим новое слово, которое поможет вам лучше понимать англоговорящих сокомандников или блеснуть знанием среди своих. Итак, слово дня – PVN. PVN? Пивн? ПВН? Не мучайтесь с произношением. Это слово не говорят, его пишут. И не ищите его расшифровку в Оксфордском словаре. Не найдете. В качестве глагола его можно перевести как «доминировать» или «победить», а в качестве прилагательного «гениальный» или «отличный». В отношении методов или предметов слово прижилось со времен культовой игры Warcraft, где издатели допустили опечатку в слове «own» — «владеть». В итоге игроки регулярно наблюдали в игре надписи типа «Player has been pwned», если переводить по-русски, звучит как «игрок был набежден». Эта невинная опечатка так полюбилась игрокам, что сегодня слово PVN можно встретить в чатах буквально любой игры и в целом интернет-сообществе. Урок окончен. С вами была Таня и английский для геймеров. Goodbye, gamers!